НТР продолжает эфирное вещание. В студии Яна Чупахина. Здравствуйте. Пожары за Окуркой. Нижнекамцы продолжают помогать годовалому Гордею. Теперь подробности. В пятницу вечером в доме номер 8/14 Новохитова произошел сильный пожар. Огонь пришлось тушить на балконе 7-го этажа. Для этого огнеборцы выставили автолестницу, но еще до приезда спасателей жители подъезда начали экстренно эвакуироваться. Покинуть свои квартиры на время пришлось 20 жителям, включая 3 детей. Хозяйка горящей квартиры не пострадала, она тоже покинула помещение. Не исключено, что пожар мог произойти из-за залетевшего на балкон окурка. Журналисты телекомпании НТР передали родителям Гордея Ибрагимова деньги на лечение, которые собрали нижнекамцы. Это почти 20 тысяч рублей. Они им понадобятся для поездки в Казань, где годовалый малыш пройдет 7-ю по счету химиотерапию. Напомним, у мальчика диагноз нейробластома 4-й стадии с поражением левого надпочечника. Вскоре Гордею предстоит операция по пересадке стволовых клеток. Это произойдет в Москве. Если вы хотите помочь маленькому Гордею, куб для сбора денег установлен в холле телекомпании НТР по адресу Химиков 64А. Шоу титанов, 200-килограммовый чак-чак, чеканщик монет и многое другое. Сабантуй в Нижнекамске прошел с размахом. Жители и гости города увидели масштабное театрализованное представление, в котором приняли участие 3000 человек и зрелищные схватки сильнейших батыров. Всего на праздник пришли около 80 тысяч человек. Обращение из космоса услышали в день Сабантуя нижнекамцы. От имени экипажа Международной космической станции космонавт Алексей Овчинин поздравил всех нижнекамцев с предстоящим юбилеем. А жители села с праздником плуга. Напомню, в сентябре прошлого года нижнекамцы принимали у себя космонавтов-героев России Салижана Шарипова и Антона Шкаплерова. Они передали флаг нашего города на Международную космическую станцию и пообещали, что поздравят наш город с юбилеем с космической орбиты. Обещание свое не сдержали, правда, силами коллеги, которые сейчас находятся в полете. Дорогие нижнекамцы, от всей души поздравляю вас с самым прекрасным и любимым народным праздником – Сабантуй. Нижнекамск – это город, о котором мы знаем не понаслышке. Красивый, ухоженный, уютный, молодой, но в то же время серьезный в плане экономических перспектив. Пользуясь случаем, искренне поздравляю вас с 50-летним юбилеем Нижнекамска. Мы уверены в том, что вы открываете новую страницу великих свершений и побед. Итоговый выпуск новостей смотрите в 18:30. Вот одна из тем. Семейная ссора как причина трагедии. Избежать столкновения вряд ли бы удалось. 32-летняя нижнекамка погибла под колесами автомобиля, поругавшись с мужем. Об этих и других новостях расскажем в вечернем выпуске. Начало 18:30. Не пропустите.